Апперкот мы можем использовать также и для защитных действий. То есть движение у нас остается ровно то же самое, но теперь мы его используем, если атака идет против нас. В этом случае используется вот эта часть. То есть либо мы действуем вперед и, соответственно, как бы срезаем предплечьем, либо, как в варианте вспарывания, мы вскидываем и сдвигаем в какую-либо сторону. Но технически действие остается ровно то же самое, что и при апперкоте. То есть мы по механике ничего совершенно не меняем. Идет атака. Мы вскидываем руку и продолжаем движение вперед, как и при нанесении апперкота, вверх, как бы взрезаем, либо снаружи, соответственно, сдвигая атаку противника, либо изнутри. Неважно, какой рукой, я чуть-чуть сместился и потом снова продолжил. То же самое, если удар пойдет на нижнем уровне. Смещение и взрезание вверх. Именно взрезание. Я не пытаюсь здесь отодвинуть в сторону. Это именно вот как вспарывание. За счет расширения предплечья мы уводим атаку в сторону. Либо второй вариант, то, что мы рассматривали как вспарывающий апперкот. Мы вскидываем и за счет поворота корпуса мы просто отодвигаем руку. Дистанция здесь уже может быть средняя или ближняя. То же самое, если пойдет, допустим, апперкот противника в корпус, либо в нас, успев среагировать, то есть увидев это заранее, при движении мы также просто наносим параллельный апперкот, тем самым отодвигая атаку противника в сторону. Но суть, так же, как и в южных стилях, к примеру, в син и цюань, это движение вперед, в срезание. То есть мы представляем, как будто у нас здесь лезвие, и этим лезвием мы вспарываем атаку противника, а острие втыкаем в него. Пробуйте.